Итак, всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. Пришла с известного магазина. Ссылки будут в описании. А именно пришел кабель сериала ATA на USB 3.0. Вот, вставляется в таком пакете. Закрывающимся. Так, ну и внутри находится кабель. То есть сериал ATA. Ну и USB 3.0. То есть служит для того, чтобы подключить быстро жесткий диск. Ну и подключить непосредственно к компьютеру. Для того, чтобы снять какую-нибудь информацию по-быстрому, то есть без коробки, например, сняли с одного ноутбука, ну, или компьютера, для того чтобы перекинуть данные на другой компьютер. Так, ну и давайте посмотрим характеристики, что у нас в результате получается при данном подключении. Смотрим. Так, ну и давайте попробуем подключить при помощи кабеля сериал ATA USB 3.0 жесткий диск ноутбуку. Так, вот он у нас подключился. Так, и вот у нас подключились два логических диска. Одного диска при помощи данного кабеля. И вот выехали. Что с ними делать? Без проблем заходится, ну и копируется. Ну и всем спасибо за внимание. Кому было полезно данное видео, удачных покупок. Ну и до свидания, до следующего видео.